А зачем мои документы-то? Вы ж меня не останавливали. Ну я стоял пешком, вы же ко мне подошли. Не ваш документ? Мой. Ну, а где на него документы? Ну нету. Заняться нечем, да? О, Димон, тебе что, заняться нечем? Да плитку ложу, а что еще? А что ментов не гоняешь? А работать когда? Да ночью бы работал. Блин, да вы задолбали, я смотрю. Поехали, ментов гонять. Подошли гаишники, спрашивают, что по нашей территории ходите? А что за территория? Здравствуйте, здесь на ДПС майор полиции Чехла. Как? Майор полиции Чехла. Чехла? Да. О, так с этого надо было и начинать. Да. А я думаю, какой-то мужик подошел, думаю, что хочет. Слушаю вас. Что случилось? Что вы ходите? Сломались или что? Нет. Нет, а что? Остановился. Ну, что? Блин, я не хочу признаваться. Да. А имеете документы на право управления? А при чем здесь мопед? Как это при чем? Это на него водительская нет. Ну да. Это ваш мопед? Да. Документы есть на него? А зачем документы? Как зачем? Вы управляли транспортным средством? Бывает, да. Ну, у вас есть водительское удостоверение? А вы меня останавливали? А вы не здесь остановились, не у нас? Здесь. Или вы прикатили его? А я ж при вас его катил. Но я не видел, что вы его катили. Я видел, что вы ехали. Вы видели, что я ехал? Да. Так, а как так получается, что вы меня не останавливали, а что-то от меня хотите? Ну, вы вот сейчас находитесь на федеральной дороге. Правильно? Ну, да. Вы ходите в районе поста. Вот мы хотели спросить, что вы тут делаете? Ну, я не знаю, гуляю. Может, вы бомбу хотите заложить? Провода у вас какие-то торчат. Провода какие-то торчат. Блин, тоже может быть, все да, может быть. Да. Ё-моё. Так это, так я на террориста похож или что? А мы вам такого не сказали. Мы у вас спросили цель нахождения вас здесь. Цель? Да. Блин, я ж это... Я ж признаюсь, вы меня в тюрьму посадите. Правда. Ну и за что? А вдруг? Вы ж любите говорить, а вдруг? Я тоже не говорил. Я тоже подумал, вы говорили, а вдруг вы тут бомбу хотите подкинуть? И я так тоже подумал. А вдруг я сейчас что-нибудь ляпну, и вы мне тоже скажете, а вдруг, давай на всякий случай мы тебя в тюрьму посадим, а вдруг ты тут что-нибудь ляпнешь? А я ж не знаю. Я ж могу ляпнуть, черти что. Я сейчас дам документы. Просто как, я хотел узнать. А ну, что вы хотели узнавать? Узнавайте. Вы как это как бы в качестве безопасности это и все? Это в целях личной нашей же безопасности. А, вашей безопасности. Конечно. Понял. Чтобы вас не взорвали, да? Естественно. Все, я понял. А как там, в документах будет написано, там бомба есть или нет у меня? В документах не будет. А вам для проверки, для чего документы нужны? Уже простились. Вы уже сейчас их достаете. Для чего? Ну, я достаю, понятно, что достаю. Для проверки. Только для проверки. А вы их не заберете у меня, не утащите? На каком основании я вас буду забирать? Не, сейчас вы в машине утащите, смотрите, а потом... Упало. Угу, да, держите. А я вот это вот подниму. Я ж местный, с Краснодарского края. Откуда? 24, это подробно.
А вы же знаете, 23, там 4 или сколько там. 23 знаете. Это понятно, что Краснодарский край. 23.09 Тихорецк. О, я с Тихорецка. Че, Тихорецк? Бомбы нету в правах, ничего? А при чем тут права и бомбы? А смысл их смотреть? Вы приехали сюда на транспортном средстве, правильно? Да. Ну, на транспортное средство должно быть водитель. А, я, кажется, понял. Вы меня сейчас нахлобучить хотели, да? Я у вас А вдруг у меня прав нету? Давай мы тебя нахлобучим, правильно? Ну, это была бы уже другая история. Если было, были бы вы бы без права управления, мы бы уже другое вам говорили бы. Правда? Не, я просто... В данном случае у вас водительская есть. Я просто вам поверил, вы ж меня не обманули. Ну, на случай... А почему я должен вас обманывать? Не, на случай безопасности вашей. Правильно. А почему я не должен проверять? Правильно. Вы находитесь в районе поста. Откуда я знаю, что вы тут можете делать? А это пост? Ну, как бы да. А, где, а почему вывески нету на посту? А какая вывеска должна? А почему пост на посту никто не... Это явно, что не кафе, правильно? А там знак написан. Есть, знак есть, да. А скажите, а почему у вас нету на этом посту? Если потому это пост... Потому что у нас маршрут патрулирования идет. Подождите. С 6 по 41 километр. Если это пост, значит вы там должны быть всегда? Нет. Не всегда. Маршрут патрулирования, я вам еще раз говорю. С 6 хотим, находимся на посту, хотим, не находимся. Мы должны передвигаться по маршруту. А этот пост входит в зону действия нашего маршрута. А правда это стационарный пост? На время операции «Анаконда» он стационарный. А, наполовину беременна, то есть... В смысле, наполовину беременна? Не, ну я... О, ловите, ловите его, он тоже на мопеде поехал. Чего вы не поймали? Мы сейчас с вами вообще на диалог будем. Блин, да это... Он с бомбой поехал, вы что? Ну ладно, что с ним, пусть едет. Так а почему вы, когда хотите, здесь находитесь, когда не хотите, не находитесь, если это стационарный пост, значит, я вы все вам еще раз говорю. Маршрут патрулирования, если поставить. Маршрут патрулирования с 36 по 41 километр. А и кому верить? Это здание входит в зону нашего маршрута. Я как бы... Я понял. Не, просто вы говорите, что это стационарный пост, а вы говорите, что это не стационарный пост. Это же не передвижной пост. Во время ведения специальных операций вводится как стационарный пост. Когда специальные операции проводятся. Может, это контрольный пункт полиции? Нет. Это стационарный пост. Раньше был. КПМ, а сейчас? Пост милиции. Сейчас это здание, дальше ВВД. Во время ведения специальных мероприятий. Ага. Здесь все службы, смотрите, ДПС, уголовный розыск, ДПС. Все, я, кажется, понял. В общем, это не стационарный пост. Нет, в данном момент это нет. Я понял, я просто не знаю, кому верить. Вообще это не пост. Я лучше вам поверю. Просто здание. Хорошо. Принадлежащий отдел МВД, Крестовый район. Я понял. Я просто заметил тот факт, что кто-то из вас обманщик. Кто-то один из вас. Чего? Вас не обманул. А вы сказали, что это стационарный пост. А он говорит, что нет. Я вам сказал, стационарный пост на время проведения операции «Анаконда». Не, не зарывайся. Ну, это объясните, да. Человек просто... Все, провокует. Все, да, я понял. Объясните. Ну, хорошо, да, бывает. Может, просто слово не то сказал. Все, я понял. Вы сейчас будете дежурить тут, заниматься безопасностью дорожного движения? Совершенно верно. А можно с вами там быть? Зачем? Любопытно, как вы будете хлобучить. Хлобучить? Ага. Мы такими не занимаемся. Хлобучить, это называется применение мер административного воздействия. Нарушителям ПДД. А можно вот на ушко взятки берете? Никто не услышит. Вы меня провоцируете сейчас. В смысле? Без смысла. Не, ну просто если откровенно признаетесь, то в принципе, что, пойдем в полицию, сдадимся, да и все. Но если не признаетесь, у меня же все равно нечем доказать что-то. Я просто хочу узнать. А вдруг, мало ли что, может я бомбу везу, а вы взятки берете. Вы же не любите слово «вдруг». И набираю опыта у вас, учусь. Ну, если так должно быть, ну... Вот хотя бы узнать, что вы сейчас хотите, да, хотите, что вы хотите узнать? Просто докопаться. Контента снять какого-нибудь, в интернет выбросить, поржать чисто, да и все. А я вам запрещаю это. Почему? Потом был согласно 152-го федерального закона о защите персональных. А что вы разрешите, да и все? Что? Разрешите и все, видеосъемку, что вам стоит? Зачем? Смысл ее запрещать? Я не вижу
видеосъемку вам запрещаю, а запрещаю выкладывать в интернет. Ну, выкладывание разрешите. Совершенно верно. Потому что на вас могу в суд подать. Нафига, не жалко меня? Да? Вас нет. Почему? Потому что вы сейчас стоите и провоцируете меня. Непонятно на что. Я понял. А давайте договоримся, разрешите, да и все. А я выложу. Просто хочется выложить. А? Давайте что-нибудь придумаем. Можно я с вами не буду разговаривать? Хорошо, я согласен. Ну хорошо, все. Все, я понял. Ну, значит, можно выкладывать, да? Все, хорошо, спасибо. Я выложу. Так, ну ладно. Пускай они занимаются протоколами. Так, ну протокол я близко снимать не буду. Я, ну, мне вообще интересно, что они делают с этими протоколами. Так, посчитали там 9, 10 или сколько протоколов. А норма выполнена, не выполнена. Ну или я не знаю, что происходит с этими протоколами. Один из вариантов догадок. В общем, ребята, вот видите как. Вот этот Тихорецкий пост. В общем, тут гаишники особо-то и не церемонятся, как люди пишут. Из машины вытаскивают, протоколы составляют. Водители пытаются как-то защититься, а они все равно пишут, что им нужно, да и все. Ну, не дают водителям защищаться. Ну, в общем, что хотят, то и творят. Как нам люди сообщают, занимаются полным беззаконием на этом посту и достаточно таким наглым беззаконием. Вот, поэтому сюда и приходится приезжать и посматривать, что тут вообще творится, происходит. Ладно, пока пауза, пока ничего интересного не происходит. Пропустим этот момент и потом включимся. Ну, собственно говоря, ничего не произошло. Что-то они решили уехать. Вроде как сюда приехали службу служить, а вроде как и передумали. А чего не передумали? Что-то я не пойму. Может быть, забрались просто? Что-то только сейчас уже говорили, что вот будем служить, там мы сюда приехали. Как? Что изменилось? Я не пойму. Что случилось? Почему изменили свое решение? Тут и начальник их не сюда приехал с большой звездочкой майорской, вот, и экипаж следом, и решили уехать. Ну ладно, что, бывайте, я не знаю. До свидания, мой милый Мишка, может быть, увидимся еще.